по-человечески, ребят. Сегодня всей команды вспоминаем старшего, поэтому у меня много пасхалок и отсылок к памяти о нем. Сегодня я младший, номер 88, любимый номер папы, ну и капитанская повязка. В общем, очень много ответственности сегодня, чтобы память удалась, будем стараться. Главное не обосраться. И найти свою футболочку. Доставим. Да, пожалуйста. Объявляется минута молчания в память о случайной Юрия Анатольевича. Тём, может ты? Парни, пожалуйста, давайте поищем свою футболочку. Пожалуйста, запомните, что, что впереди написано важнее, что у вас на спине написано. Обстучались, давайте, потому что... Для старшего это не просто были красивые слова из пацанских пабликов. Он действительно очень хотел, чтобы мы красиво играли, взаимопонимающе играли, чтобы мы друг друга видели. Поэтому давайте в память о старшем сыграем не только на результат, но и на красивую игру. МГЛ! Тут чисто психологическая херня. Нормально. Все, сейчас уже ничего не остается. Все нормально. Нам очень хотелось, знаешь, вот эта всеобщая эйфория вела нас к тому, чтобы твое первое касание оказалось победным. На... И мы, не спросив тебя, надавили, что типа, чувак, давай, иди бей. Вот. Ну, и... я сам тоже, я понимал, и в какой-то момент я сам захотел. Ну, не знаю. Ничего, будут тренировки, будут другие игры. Я согласен, это не последняя возможность забить гены. Пенальти. Если на этом повторе вам может показаться, что там что-то спорное, то вот тут явно видно, что это прям true hater for the Zora был. Снесли. 100% пеналь, не обсуждается. Счет 3-2. Остается 7 минут где-то до конца матча. И я прошу Нечаев выйти на поле и ударить этот пенальти. И меня, если честно, очень поразило то, что эту идею поддержали и болельщики, и вся команда. За что им огромное спасибо. В общем... Работай!
Надеюсь, не так сильно жарко будет, но это будет достойно, если получится. Погнали. 8 лет я не была, не видела, как мой внук играет. Представляете? Надеюсь, что гол забьет Антон. Я на это очень надеюсь. Ну, хочу посмотреть, как он стал играть, лучше или хуже. Потому что я его водила, но с Азов начинала с ним. Вот теперь я хочу посмотреть, как он сейчас играет. Когда он уехал в Чехию играть, Антон, ну, они ездили играть, да. Мне тренер звонит и говорит, а вашего Антона здесь покупают. Я говорю, как покупают? Ну, как, чтобы он остался в Чехии. Я говорю, нет, ребенка мне домой привезите, пожалуйста. Как взяли, так и привезите. Способный мальчик был, не знаю. Не надо две футболки одевать. Видите, жарко ему все. Посмотри, что написано. Бабуля, я люблю тебя. А я тебя как? И мне удается добраться до мяча. Я ставлю корпус. Подача! И нет, подачи нет. Это игра рукой. Показывает на 11-метровую отметку главный судья. Ну и, собственно говоря, вы понимаете, кто пойдет бить этот 11-метровый удар. Тём, ты будешь бить? Ты хочешь меня отговорить от этого? Ну да, плохая затея. Не знаю. А то пацаны расстроятся. А ты расстроишься? Я? Блядь, ты чуть-чуть есть только. Вратарь, на линии стоишь? Давай, до удара стоим. Давай, родной, вытащи. Кость, не вбегай, Кость. Стоим, все, стоим, стоим, стоим. Ну, с этой стороны проиграл. Забьет. Безумно переживал в данный момент. После того, как все накинулись на Тему и все, они оставили его в покое, Тема смог праздновать гол так, как он действительно хотел. Он посвятил этот гол папе, сделал трехочковый бросок в сторону неба. Говню! Готов! Выше! Не, вот так, как давай! Тем, тебе приятно?